На льду Татьяна Навка и Вилли Хабасалу! Думаю, что многие уже успели оценить высокое техническое мастерство Татьяны и Вилли. Et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé. Я бы сказал, что этот танец продолжает лучшие традиции отечественной школы танцев на льду. Не просто набор каких-то элементов, а настоящий мини-спектакль. И, по-моему, даже слеза покатилась по щеке Александра Жулина. Очень интересно танец выстроен. Очень интересная драматургия. Законченный танец. Действительно невозможно оставаться равнодушным, глядя на выступление Татьяны и Вилли. И, конечно, отмечу, высочайшая скорость была продемонстрирована фигуристами. Это особо ценно и очень важно.